скажешь начали. Начали? Доброе утро тем, кто это смотрит. Рита, фишка в том, что как бы я повторяю свое поздравление, но надпись на шарике. Думай. Думай головой, живи сердцем. Нет, что-то не так. Чувствуй сердцем, думай головой, живи с перцем, но будь собой. Отлично. Вот. Это я и написал в том самом подвесном воздушном шарике, но это правда. Это правда. Так, напоминаю, что это зеленый воздушный шарик, который висит перед выходом на кухню. Или входом на кухню, я не знаю, как правильно. Это Саня. Наверное, это что-то значит. Я сам не понял, что сказал Микера. Ну, мы заботимся. Ну, еще немного фристайла для Риты. Заботимся о твоих воспоминаниях, поэтому воспоминания. Что? Кому? Зачем? Для чего? Когда?